Привет, друзья! Разные ремонты мне приходилось делать, но такие, как эти два, я давно не делал. Работы для меня нестандартные, но их тоже надо было сделать. Итак, Audi Q8. С первого осмотра я думал, что работы по кузову будет много. Но прежде чем приступить к ремонту, надо заменить подвеску правой стороны. Этим занимались другие мастера в другой мастерской. Мастера поменяли подвеску и несколько деталей переда. Телевизор и радиаторы залили жидкостью. И вот машина у меня в мастерской. Самое интересное, после этих замен владелец отвез машину на геометрию колес, и все было отлично. Значит, лонжероны находятся на своем месте. Как выяснилось, моя работа заключалась только в замене деталей. В итоге я снял все детали для покраски, которые владелец отвез малярам. Прошло больше недели, и вот все детали покрашены, и осталось только их установить, проверить и выровнять зазоры. Что теперь сделаю? Итак, результат. Как видите, при малых затратах все получилось отлично. Я так полагаю, 80% стоимости ремонта составила стоимость деталей. Круто! Вот такой непростой, но легкий ремонт. Теперь Mercedes GLK. Знакомый решил продать эту машинку и обратился к малярам за помощью. Подправить пару мест. Это два небольших места с ржавчиной. Несколько царапин. Ну, еще пару мест под полировку. Маляры запросили какие-то нереальные деньги. Типа снять, поставить, покраска деталей полностью. Меня попросили помочь. Я решил тряхнуть стариной и помочь. Устраню проблемные места и покрашу локально.
Проблемные места покрашены. Теперь установлю снятые детали и полирну покрашенные места. Ремонт этой машины закончен. Ну а сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!